Заявитель сообщил, что в его отсутствие из квартиры пропали два официально зарегистрированных ружья. Оперативники опросили соседей и возможных очевидцев. В поле зрения полицейских попал сосед потерпевшего, ранее судимый мужчина, 1983 года рождения. Подозреваемый был задержан. Он указал, где спрятал оружие, в настоящее время похищенное, изъято. В отношении подозреваемого следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хищение оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.